Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сшить повязку бант из трикотажа. Шить буду на обхват головы 48 сантиметров. Шить буду из кулерки с лайкрой, поэтому от обхвата головы я убрала несколько сантиметров. Выкраиваем прямоугольник 42 сантиметра на 14 сантиметров. Перемычка для банта 6 сантиметров на 9 сантиметров. Бант у меня будет двойной, поэтому я выкраиваю большой прямоугольник 34 на 22 сантиметра. Приступим к пошиву повязки. Сначала берем прямоугольник для самой повязки, складываем его пополам и стачиваем на оверлоке. Складываем деталь пополам. Теперь, как показано на экране, берем две стороны у шва и выворачиваем их, скалываем это место иголочкой. Теперь нам нужно стачать этот шов на оверлоке. И теперь, чтобы нам проложить строчку дальше, изнутри вытаскиваем повязку вот таким вот образом и прокладываем строчку до самого начала нашей строчки, не прострачивая, примерно 2 сантиметра. Через это отверстие будем повязку выворачивать. Получившуюся деталь расправляем, чтобы шов получился посередине повязки. Оставленное отверстие зашьем вручную потайными стежками. Теперь берем деталь для банта, складываем ее пополам и стачаем этот срез. Полученную деталь выворачиваем. Теперь открытые срезы нам нужно стачать вместе. Складываем вот таким образом бант, совмещаем швы и стачаем по кругу на оверлоке. Прошиваем половину строчки, выворачиваем бант вовнутрь и дошиваем этот срез до конца, оставляя недошитым примерно 2 сантиметра. Через это отверстие будем бант выворачивать. Теперь берем деталь для перемычки банта, складываем ее пополам и стачиваем на оверлоке. Эту деталь выворачиваем и отутюживаем шов, чтобы он был посередине. Теперь перемычку будем пришивать к самой повязке. Хвостики от оверлочной строчки прячем в саму оверлочную строчку. Переворачиваем перемычку, чтобы шов оказался внутри, и теперь в эту перемычку можно вставить наш бант. Расправляем наш бант, и повязка полностью готова. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!